Ну, я художник из Казахстана. Меня зовут Уразбек Есенбаев. Я уже где-то пошло второй год уже работаю в Кипре, в симпозиуме участвую. У меня по контракту с этим Суабеем. Ну, Анастасию я знаю уже почти год, можно тоже сказать. Она уже несколько раз приезжала на работу. Сейчас вот мы остались в этом карантине. Мы уже стали почти родственниками. Мы друг другу работу знаем и друг друга начали понимать. Те, которые первую работу Анастасию, конечно, какая-то все равно своя какая-то была. Здесь уже атмосфера так поменялась. Мы очень много художников берем от друг друга, учимся от друг друга. И сейчас, которая последняя работа, выставка недавно была, персональная выставка, я увидел такой рост, даже иногда бывает, человека, я не сказал, что он плохой художник или хороший художник, но рост от хорошего художника еще к лучшему, это уже заметно и видно. И трогает любого человека, зрителя, его краски, его линия, его вот эта вот организация листа или холста. Сейчас очень, я не знаю, он сейчас, по-моему, она в своем пике творчества. И работает днем и ночью. Вот такую трудягу я в жизни женщины я первый раз вижу. Ночью спит, не спит, я это не знаю. Но всегда она в этом пистах и где-то работает всегда. И успевает еще везде со всеми общаться и организовать какую-то организационную работу. У него тоже еще интересно получается. Поздравляю молдаванов. У них такой великолепный художник, и, думаю, это гордость Молдавской Республики. Спасибо за внимание.